Бля, сейчас я все повыключаю себя. Парни, что за... выключаю доту, включаю рабочий стол, и мы смотрим это видео. Тихо. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами Роман Лепехин, более известный как Каспер. Возможно, многие сейчас задаются вопросом, собственно, что же я здесь делаю и зачем мне нужны вот эти вот карты. Возможно, я просто хочу сыграть в дурака. Возможно, я решил погадать в судьбу, но на самом деле я готовлюсь к чему-то более важному, связанному с миром Доты. Блядь, что происходит? Ты видишь это? Да. Глаза Доты, что? Возможно, я блядь, хочу поиграть в дурака. Что, блядь, за дерьмо, блядь? Блять, просто идите вот, нахуй. Уникальное видео. Реально идите нахуй, что это, блять, за сука, блять. Вы спросите, здесь? Зачем у меня в руках карты? Возможно, я просто решил. А ты футболку видишь его? Да, я видел. Так, дай, короче, блять, тогда, ладно, все, пойдем.